23 августа первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник побывал на строительной площадке крытого катка, который возводится на территории спорткомплекса «Сибирский нефтяник». Вместе с представителями подрядчика компании «Артремстрой» он проверил, какими темпами выполняются работы. Мы уже перевалили техническую готовность за 85%. Это не может не радовать. У нас тут практически все виды работ, которые запланированы на катке, согласно графику. Подрядчик приступил к огнезащите. Уже часть помещения они обработали. И получается, переходит к основному блоку, к четвертому, самому большому. В принципе, работают полным входом. И мы должны успеть все в срок. И уже совсем скоро ребята начнут здесь заниматься. Хороший темп монтажа огнезащиты позволяет мобильно вести другие виды работ. На объекте уже полностью сделан фасад, прокладываются сети водоэлектроснабжения, установлены ворота для заезда заливочной машины. В ближайшее время будут завершены почти все внешние отделочные работы. Омская осень всегда радует, на самом деле, хорошей погодой. И, в принципе, сейчас погодные условия уже так не влияют. У нас тепловой контур полностью закрыт. Осталось остекление только фасада, витражное остекление. Плюс работы благоустройства, они также после монтажа ливневых канализаций будут выполнены. Напомним, что крытый хоккейный каток возводится в рамках проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». По договору строительные работы должны завершиться до 25 декабря этого года.